Прикольное окошечко попалось. Получается, это деревянное окно со стеклопакетами. Функционально работает все отлично. Ему больше 5 лет. Солнечная сторона, кромка. Ну, не в идеальном, есть какие-то небольшие нюансы, но тем не менее все хорошо. Вот такие вот есть у нас, получается, щели рассохлось дерево. Обратите внимание, это заводской герметик. Он по всему стеклу идет. Ну вот тоже здесь немножко рассохлось. Функционально, как я уже говорил, работает все отлично. Но это фурнитура уже. А так вид вообще шикарный, если честно. А, нюанс какой? Дерево, получается, очень боится, когда до него дотрагиваются малейшим твердым предметом. Сразу появляются сколы. Здесь все фактически в идеальном состоянии, но дерево, оно, да, любит уход. То есть в отношении, если сравнивать с пластиковым окном, его хоть молотком бей, ему ничего не будет. Даже если будут вмятины, они не будут заметны. Здесь все будет заметно. Поэтому уход и отношения требуют соответствующие. А так все довольно интересно. Вот такое окошечко.